847-226-9956. Сегодня у нас в гостях, гостем нашей студии является доктор медицины Айбек Иззатов, основатель Международной ассоциации World Massage Therapy, автор нескольких книг по медицине, человек, который занимается не только современной медициной, но также и восточным подходом к этой медицине. И мы сегодня будем говорить о технике, которая называется Айбек. Во-первых, здравствуй. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо за то, что меня пригласили. Да, и как называется, значит, тот трактат, будет, о котором мы говорим? Да, восьмиступенчатая тантра Джучи называется. Это памятник средневековой тибетской культуры. Угу. Ну, насколько я, так сказать, в теме, я полагаю так, что все-таки основоположником это была не тибетская медицина, а все-таки это было, скорее всего, индийская аюрведа. Угу. В общем-то, поскольку те же самые принципы исповедуются в этом трактате, и это первый трактат, который появился для нашего современного мира, это была Аштанга Хридая Самхита. И там, по-моему, используются вот все эти принципы, о которых мы с вами сейчас будем говорить. Ну, это частично, так можно сказать, правильно, что ты говоришь, потому что в те времена не было интернета, не было доступа к общению информации, и, ну, так сказать, не то чтобы воровали информацию, а люди, которые, значит, путешествовали, они имели возможность изучать другие, значит, науки других стран. Поэтому, значит, есть, конечно, влияние аюрведы здесь. Но все равно есть свои особенности, и очень много. Ну, например? Например, они называют в основном все заболевания не только дисбалансом, значит... Дош? У них нет дош. Угу. У них есть стихии. Значит, и... Они не только дисбаланс вот этих стихий, но и влияние духов, значит, влияние родственников, значит, как влияет, допустим, дядя по маме на здоровье человека, как влияет, допустим, теща на пульс. Теща влияет, да, причем очень серьезно, не только на пульс она влияет, насколько я... Так, в курсе. Да, в аюрведе, аюрведа тоже это огромнейшее знание. Там в основном, конечно, как ты говоришь, это доши. Но такое понятие очень тяжело объяснимое. Доши. Поэтому в тибетской медицине в основном, значит, фокус идет на пульс. Значит, пульс определяется. В аюрведе пульс так особо не, как сказать, не объяснен, да? Но, тем не менее, основной подход врача Вади аюрвед, аюрведиста, это мерить пульс тремя пальцами, и это трайдоши, да? Значит, в тибетской медицине 6 пальцев. Шесть. Да. Угу. И каждый палец имеет орган. Допустим, в аюрведе 3 пальца, они определяют, значит, вата, пита, кафа. Кафа. Угу. 3 пальца. Угу. Да. В Тибете нет. В Тибете они определяют легкие, толстый кишечник, тонкий кишечник. Потом есть специальная точка, которая современная медицина не объяснила. Что-то вроде между надпочечниками и почками. Значит, и сами почки, и мочевой пузырь. Поэтому там более конкретно идет, значит, диагностика. И, как я сказал, влияние духов. И они очень обширно используют
значит, практически все как медицина. Не только растения, не только там масла. Они используют, значит, продукты животных, растений определенных. И вообще это уникально. Ну, хорошо, но вначале ты озвучил о том, что это дисбаланс стихий. Какие это стихии, на всякий случай, потому что кто-то еще у нас не в теме, наверное. Угу. Давай, знаешь, как сделаем? Просто начнем читать, чтобы люди знали вообще, да, о чем идет речь. Да. Конечно. Вот, сейчас мы будем рассказывать, это пойдет, значит, спекуляции такие. Ну, логично. Угу. В общем, экстракт амриты, 8-ступенчатая тантра тайных устных наставлений. Том 1. Бхагавану Татхагатхе Ахату Самкья Мабудде Пхайшаджагуру Царю Вайдурьева Сияния Кланяюсь. Ну, во-первых, здесь как бы идет, ну, как в древних во всех писаниях, значит, знания должны быть авторитетные, и знания должны исходить не из каких-то самозванцев или, знаешь, каких-то там, ну, откуда-то появился, знаешь, и начал что-то учить. Нет, каждое знание имело источник. Источник исходил из, это называется самадхи, то есть, значит, существует информация, и если достаточно, значит, объемный или, так сказать, авторитетный источник, если, допустим, у каждого свой мозг, понимаешь, и мозг — это что? Он ловит информацию и создает мысли и все такое из, значит, космической информации. То есть, ну, это так тоже, я не могу точно все это объяснить. И если человек имеет такой искусный мозг, который может улавливать информацию, он, значит, входит в самадхи, и ему дается вот это знание. По идее, так и все и происходит. Когда человек фокусируется, он начинает получать информацию определенным видом. И, естественно, излагает. Поэтому здесь, значит, человек, который писал этот текст, он пишет, что я обратился к Бхагавану. То есть, Бог, но имеется в виду Бог медицины, потому что, ну, да, так же, как и в Индии, есть боги. Это безличностный, да, это аспект, как бы, Бхагаван. Их называют полубогами, так сказать. Полубогами. Угу. Да, то есть, вроде бы Бог, вроде не Бог. Ну, в Аюрведе, да, это аватар. В Аюрведе, в Индии, это был Дханвантари, который дал миру Аюрведу знания о, в том числе и медицины, о жизни, которую надо было бы прожить, в общем-то, с полным пониманием. Айбек, у меня, значит, к тебе, да, такой, у нас дело в том, что у нас не так много времени, и мы сегодня, в общем-то, знакомимся с этим трактатом. Это я обращаюсь к нашим радиослушателям, поэтому сегодня будут такие общие вот такие вот вещи, которые, о чем идет речь, для чего он был написан, и как практически получить пользу, применяя вот эти знания. Значит, для чего он был написан? Ну, естественно, для людей, во благость человечеству, потому что здесь даже пишется, что придет время, когда люди будут умирать. То есть, значит, они, ну, есть, здесь даже есть и астрология, и все. Они, значит, предсказывают, что будет время, наступит время, когда начнется, эпидемии начнутся и все такое, и что в это время нужно делать, и какие лекарства нужно пить. Здесь также, я полагаю, и описывается то, как надо, в общем-то, от этого лечиться, если придет эпидемия. Да, как нужно от этого лечиться, как, значит, прививки. Там
вот, допустим, сейчас делают прививки, да? Флушатся, у них тоже есть прививки. Определенные прививки они делают из ядов, значит, поднимают свою иммунную систему. В этом. Ну, я помню, нам в детстве тоже делали, в бывшем Советском Союзе, делали это прививки, тоже, там, да, прививки там, перке, там, оспа, там, не знаю. Яды, которые, значит, слабодействующие, и они стимулируют иммунную систему, и человек готов к любым инфекциям. В общем, эта книга была написана во благо народа, во благо человечества, для того, чтобы человечество не исчезло из Земли, потому что человечество является, значит, сознанием. Оно представляет сознание Земли, по идее. Просто мы это не понимаем. Ну, наш ум еще это, до этого не дорос, но в основном мы представляем Землю. Все, что человек может, благодаря, значит, земной информации. Окей. Значит, эта книга, она уникальна, потому что я изучал аюрведу и изучал, значит, джучи, также и современную медицину. И я хочу сказать, что здесь меня поразило то, что язык, значит, то есть изложение было намного конкретнее, чем аюрведа и другие, допустим, Авиценна или Абу-Райхан Бируни. Их писания, значит, чуть-чуть такие риторические, да, можно сказать. А здесь более конкретно и очень интересно. И практически невозможно понять простому простому человеку, который не имеет понятия об, значит, современной медицине и древней медицине. Если он начнет читать эту книгу, он подумает, что за сумбур, что за халам-балам, так сказать. То есть это получается книга написана только для специалистов? Да, но здесь просто очень много специфических каких-то. Да, у них очень много слов, которые они до сих пор не могли перевести. Значит, перевести откуда? С древнетибетского языка. Угу. Потому что есть каждому духу есть свое название. Айбек, ты когда говоришь про духов, это уже второй раз ты упоминаешь духов. Духи — это же внетелесные какие-то создания, существа. Вот мы ездим в Бразилию, там тоже вроде как духи, entity, да? Их называют по-английски. А что имеется в виду под духами в этом трактате? А, в этом трактате под духом имеется в виду, значит, ограниченное сознание низших существ. Ну, ты понимаешь, да, что мы черпаем, мы, вот я с тобой имею возможность говорить, не потому что, знаешь, так все taking for granted, как будет по-русски? Ну, то, что оно уже как априори известно. Да, типа такого. А потому что мы с тобой имеем определенную связь, понимаешь? Как и каждый другой человек. А связь это в том, что наш ум функционирует в определенной волне. Если бы, допустим, у тебя ты бы поменял частоту своего, значит, функции ума, да, на другой уровень вышел, я бы тебя не понимал просто. Понимаешь, вот как иногда психически больные люди, ты понимаешь, что они на другой волне, ты на другой волне. Понимаешь, вот сейчас, если радио переключить, то же самое. Так. Здесь духи тоже на другой волне, они, ну, может, там низкие, пониже частоты. Они иногда приходят в виде, ну, многие их изображают как черные эти фигуры. Значит, вот это один из духов. Значит, есть другие духи, допустим, приходят как
огненные пламенники, допустим, это уже они вызывают другие заболевания, связанные с огнем. Другие вызывают, допустим, связанные со слизью. То есть эти духи — это внетелесные все-таки существа, они приходят к нам для того, чтобы... Ну, звучит, конечно, так чуть-чуть сумасшественно. Ну, звучит, да, для... К сожалению, это есть, и нельзя отрицать того, что вы никогда не видели. Допустим, Авиценна говорит, если ты этого не испытал или не видел, это не значит, что этого не существует, понимаешь? Да. Поэтому люди скажут, ну, что за бараны вообще? Говорят о каких-то духов. Ну да. Вообще, в нашем материальном мире, в общем-то, все мы говорим о материальных веществах. Да-да-да. Существах материальных, если... о нас, о людях, там, животных и так далее. То, что мы видим и чувствуем, да? А то, что нематериально, мы не чувствуем, не видим. То есть мы не обладаем такими органами чувств. Не, иногда мы видим. Я встречал духов. Духов, да. Но тоже я не хочу, потому что люди начнут думать неправильно. Но Ну, в данном случае мы говорим о трактате. В определенных состояниях ты меняешь волну, и ты можешь попадать в такие... То есть, получается, человек, скажем, вот мы рассматриваем доктора, который владеет всей информацией, как лечить больного, и больного, который по каким-то причинам имеет болезнь. То есть, то ли это дисбаланс стихий, то ли это какие-то родовые вещи, да, типа кармические, то ли это души, которые к нему приходят, правильно? И как, в общем-то, определить, кто должен это все разобраться в этом? Естественно, должен разобраться в этом лечащий лекарь, врач или медсестра. Но первым делом, значит, человек должен определить пульс, состояние врач. Языка, да, врач. И значит, какие byproducts происходят, да? Там состояние стула, мочи. Они это все определяли. Да, ну, в то время не было, понимаешь, сегодняшних инструментов, да, приборов, да, не было такой техники, технологий не было современных. Да, знаешь, иногда люди, не ознакомившись с трактатом, они думают, что это написано тысячу лет назад. Естественно, это... Но это так и есть? Да, и это, значит, эта книга была 1500 лет назад. Значит, они думают, что это все позади. Мы все это прошли, это пройденный материал. Имеется в виду, это в прошлом. Да, и эти знания, они сейчас не имеют никаких, значит, никакого имеют? Значения. Имеют? Поэтому я говорю, нет, по вашему мнению, это имеет значение сейчас? Вот для меня нет, допустим. Не имеет? Нет, для меня нет. А для чего мы тогда говорим об этом? Но для людей, да. Но я, допустим, я просто, я интегрирую все, я стараюсь, знаешь, вот, современная медицина, конечно, она намного богаче, чем вот что дается здесь, но проблема современной медицины, то, что очень много информации, и никто не может ее синтегрировать, понимаешь? Ну, сделать какую-то систему из этого. Для начала в современной медицине такое понятие, как духи, вообще не используется. То есть оно современными приборами не измеряется. Вот здесь тоже можно поспорить. Измеряется? Можно, знаешь, сделать определенную корреляцию. В общем... Что у нас такое с тобой тема такая, разговор не получается такой, знаешь, конкретный. Конкретный о трактате. О трактате, дело, да, в том, что
все-таки у нас сегодня знакомство. Во-первых, знакомство у нас с тобой. Это я сейчас еще раз напоминаю нашим радиослушателям. Дело в том, что Айбек Изатов, он действительно доктор, но доктор, который интегрирует в своем подходе к лечению больных людей не только западный подход, поскольку заканчивал медицинский институт, а все-таки и восточный подход. Ну и вот в данном случае речь идет об этом трактате. Но надо еще также отметить о том, что доктор Айбек Изатов является, в общем-то, продюсером такого шоу, которое называется «Doctors and Healers». Да, и мы на страницах или там на наших каналах мы об этом писали. И более того, мы выставляем на YouTube, выставляли и будем выставлять на YouTube то, что как раз-таки Doctors and Healers. Имеется в виду подход западный, conventional подход такой в медицине, обычный, и подход необычный, так как его тут называют, почему-то альтернативный на Западе подход. Ну, вот как раз-таки вот наши беседы, и будет серия таких бесед. И это первая такая беседа, поскольку у нас, нас поджимает время, у нас все-таки еще будет следующая программа, сейчас тоже, кстати, не такая, не западная, мы будем говорить об астрологии и восточной астрологии, кстати. Ну, Айбек, у нас действительно время не так много, поскольку сейчас мы должны общаться с Анной Ласточкиной, которая находится в Таиланде, а у них 12 часов разница. Мы с вами можем, правда, прерваться на, там, на какое-то время, а потом продолжить нашу программу, если вы не возражаете, если у вас есть такая возможность. Ну, давайте уже на следующей неделе. На следующей неделе. Да. Хорошо, тогда в заключение, еще раз, оно несколько сумбурное, поскольку все-таки знакомство, и мы, так сказать, спонтанно. Да, очень тяжело, да, людям неопытным в, значит, изложении таких знаний, как я, тяжело это все доступно объяснить. Но я постараюсь, я поработаю, просто я сейчас вижу, что... скорее всего, нужно с текстов начинать. С текстов надо начинать, да. Текст самое, в общем-то, самое главное. Да, и потом, значит, идет интерпретация и обзор. Да, но все-таки подготовка какая-то нужна. Почему вот люди, которые не сначала к нам присоединились... У нас есть фидбэк, кто-то может позвонить в студию или кто-то... Да, можно позвонить, давайте все-таки еще раз я повторю, это 847-226-9956, это номер телефона, можно позвонить в студии, это можно набрать по скайпу, SunGates108, солнечные ворота, на конце буквы SunGates108, это тройное www.sungatesradio.com. И там можно тоже оставить свои замечания, оставить свои вопросы, задать. Ну, вот таким образом мы общаемся с нашими радиослушателями. Но много людей нас слушают. Нас слушают достаточно много людей, но, как правило, люди все-таки раннее время, скажем так, в городе Чикаго, тут на работе находятся. Ну, и по интернету вот эта часть света, в которой мы с вами живем, она и, соответственным образом, как бы еще рановато нам для эфиров, чтобы нас слушали, но нас слушают в записи, поскольку все программы у нас записываются, выставляются на YouTube, а потом идут в Facebook. Так что, Айбек, у нас будет программа. Дело в том, что тут надо было бы упомянуть Будду, вообще-то говоря, поскольку не последнюю роль, да, Будда сыграл в написании здесь этого трактата. Будды, есть несколько видов Будды. Даже здесь так? Бхайшачья гуру Будда. Это не Шукьямуни. Это другой Будда, и это тоже нужно, да, надо сказать, изложить. Да. Почему? Так? В Тибете нужно знать тибетскую культуру. Значит, там люди такие конкретные и Ну, понятно, да, там действительно немножко по-другому все воспринимается и излагается, но, дорогие друзья, мы будем об этом говорить, на самом деле у нас еще достаточно, мы только начали наши программы, вот, и, Айбек, спасибо тебе, что ты пришел к нам в студию. Пожалуйста. И мы будем встречаться на следующей неделе, мы встретимся, у нас начинается только сегодня, вот была первая такая программа, и вот цикл этих программ будет продолжаться.
Да, нужно будет написать сценарий, как это все проводить. Да, да. Потому что сумбурно так не получается. Я не получается, да. С наскока, да, с налета не возьмешь. Ну, да. Это спонтанно, как я уже сказал, спонтанно, да. Пришла такая идея, поскольку действительно это очень и очень интересно. Дорогие друзья, разрешите попрощаться. Айбек, спасибо. Да, если кто-то хочет, допустим, следующую передачу услышать, допустим, кто-то болеет там артритом, артроз, рак, там язвенные заболевания, то есть кишечника, да, или там, я не знаю, риниты, отиты, whatever. Значит, если есть какие-то пожелания, пускай напишут, и мы на эту тему будем беседовать. Будем говорить, тогда да, более конкретно, как лечить conventional и как лечить этим. Да, прекрасно, прекрасно. Хорошо, ну, лучше. Тогда мы на этом заканчиваем нашу программу. Uh-huh. Спасибо еще раз, повторяю, большое, и наши дорогие радиослушатели, спасибо, что вы нас слушаете, и оставайтесь с нами, у нас вот-вот начнется новая программа с ведическим астрологом Анной Ласточкиной. Всего доброго, до свидания. До свидания.